Привет, Станислав. Аркадий! Уу! Сколько лет, сколько зим! Слушай, у меня что-то мак греется. Можешь почистить его? Это iMac 27 дюймов. Чистка от пыли 19900. Какие 19900? Ты чё, охуел? Что? Я это не был. Я сам могу вообще сделать. Мне только инструменты дай. Нож для пиццы, проклейки и отвертки. Хорошо. Сорок семь секунд, у друга Windows за 5 секунд грузится. Станислав, я не могу, как ты. Сделай, как ты кричишь. Open your iMac. Теперь понятно, почему он перегревался у меня. А, так это HDD. Станислав, мне еще диск SSD нужен. Спасибо. Станислав, а где тебе термопрокатки лежат? Самый правый верхний ящик. Аудио джангл. Станислав, как ты там кричишь? Аудио джангл. Капучино. Ха, спасибо. Аудио джангл. Станислав, я возьму праймер у тебя. Естественно. Стоять! Здесь находится микрофон, нельзя его заклеивать. Как успехи? Да что ты, блядь, подзи***ь?
Станислав. О, а вы думали, мы деньги просто так берем? Вот так-то вот. Нравится? Да. Ну сейчас поедем. В Лобачевском купил. Ну что, измерим теперь время запуска? В два раза быстрее стал. Станислав, не зря я SSD поставил. Станислав, ну я все сделал. Ну и как ощущения у вас? Если бы я знал, что я столько времени потрачу, я бы лучше тебе денег заплатил. Я за это время мог пару миллионов заработать. Пару миллионов. Спасибо, удачи. До свидания.